Это я, мальчик Илюша. Конечно, я не люблю сидеть такой скучной. Я хочу своего двойника создать. Я возьму свою палочку и создаю нового друга. Называется Илюша за Илюшей. Вот так вот такой мультфильм называется. Илюша, которая любит танцевать. Автор сценария Каз. Оператор Александр Сергеевич и другие. Исполнительный продюсер Александр Сергеевич. Сегодня двойник и Илюша уехали домой. Но заодно в Киеве мы можем услышать, как двойник танцует под музыку. Он любит танцевать под музыку. Двойник, хватит уже танцевать. Сегодня отличный праздник сегодня, танцор. Ты очень красиво танцуешь. А вот и я! А что, вот так? Ну что ж, давай через 10 минут мы уже пойдем. Скорее. Уже на праздник? Я бегу! А интересно, если я могу пойти на праздник, то у меня зубы грязные. А, я возьму счет. А вот и я. Вот он, я взял зубной счет. Да, чистый, чистый. Так. Вытащить этот Лего. Все. А сейчас буду доставать свой певучий микрофон. А вот и я, свой настоящий микрофон. Ау. Двойник, ты Ключи, я ударился? ударился головой. Осторожнее, пошли. Двойник, пожалуйста, вести себя хорошо, как маленький мальчик. Да, я готов. Да, ты готов. Да! Уже 15 часов, а они до сих пор не пришли. Где же Двойник? Где же Илюша? Привет! Ой, привет! Ух ты, как-то у тебя получается! А у вас есть что-то поесть? Так, с кого мы будем начинать? О, лампа. А ну-ка. А, я думаю, что она вкусненькая. А что это? Что там внутри? Ой, что-то мне печет. О. Двойник, она пройдет. Да, и что ты сказал, что тут внутри электричество, а я взял и откусил. Ну, конечно. Ну, по правилам это не смешно. Да, это и у меня и печет, правда. Ну, Двойник, у тебя опять печет. Опять. Двойник, успокойся. Закрой просто рот и все. Ну давай, убирай.
А что это с ним случилось? У него в горле что-то печет. Ох, двойник, это же электричество, ты что? Что, у тебя правда печет? Это что? А, я случайно положил перец. Илюша, если хочешь, у тебя тоже получится танцевать. Не получится. Потом двойник и Илюша посидели еще немного. Все, я устал. Хорошо, браво, я вас поздравляю. Вы отлично справились. А вечером будет выступать Илюша на танец. Сегодня вечером, не забывайте. О, я могу посмотреть что-то. Ого, вот это домик красивенький. О, должно быть такой интересный праздник, чтобы я смог туда попасть. Оу. Дамы и господа, мальчики и девочки, добро пожаловать на танец! Будет выступать Илюша, а двойник, к сожалению, не знаю. Так что, приступаю, встречайте. Что мне сейчас делать? Сначала потанцуй. Илюша, я ж тебе говорю, сделай как я. Хорошо, двойник. Ну давай! Начинай! Привет! Вкусно я упал, да что ж это такое? А сейчас программа про Илюшу. Мое предсказание сейчас может быть. Что сейчас вас должен быть, чтобы вы должны тренироваться? Запомните! Просто тренируйтесь! Но и что вы теперь делаете? Просто возьмите микрофон и... Как только я упал со стульчика, у меня попа болит. Это все твоя вина. Ну что ты? Это же не моя вина. Это твоя вина за то, что ты упал. Да, потому что я превратился. Я хочу съесть этого вкусного свинину попу свина. Илюша, ты хорошо потанцевал? Да, мы молодцы! Молодец, молодец, красавчик. Ну теперь ты суперзвезда. Но я забыл, что твое горло просто что? Не прошло. Твое горло? О, опять что-то печет. Вот она. Вкусная. Я добавил немножко перчика для твоего вкуса торта. А ну-ка. Если поставишь, будет да? очень горячо. Да. Вот или глаз? Да. О!